задержали 2600 человек. Так. Что происходит? Валерия Соловья задерживает. Стоп. Не обошлось без задержания. За что? Что вы делаете? Произошло задержание, то есть Валерий Соловей не смог спокойно уйти. Подъехали сотрудники полиции и забрали Валерия Соловья. Я все-таки предчувствовал и вел свой репортаж до самого конца. Вот такой неожиданный финал, уважаемые зрители канала Русньюз. Вот такой неожиданный финал. Кто бы мог подумать. Валерий Соловей практически дошел до метро. Посмотрите, как...